Мы находимся в старейшей части кладбища, заложенной еще в 60-х годах 17 века. Это было до или после ведьмы? О, хороший вопрос. Вы все слышали? Погоди, ладно? Какая страшная участь. Действительно. Но это моя вина. Я заставил людей поверить в то, чего не было. Меня считали героем, а я всего-навсего жалкий трус. Годами рассказывал истории о том, как сражался и убивал. Но я просто врал, чтобы меня угостили выпивкой. Я не бывал в бою. Ну, ты кого-то явно разозлил. Он хотел вывести меня на чистую воду. Я решил его убить. Но он об этом узнал. Он со своими дружками бросил меня здесь умирать. Меня никто даже не искал. Стыдились, наверное. Да ладно, мужик, не такое уж ты говно. Видал я людей похуже. С вами Трэвис, охотник на привидения. Мы в Сальме, Массачусетс.
У этого города жуткая история, и он кишмя кишит призраками. Кто знает, сколько измученных душ и кричащих фантазмов обитает на этом кладбище. Кричащих фантазмов? Трэвис, по-моему, это перебор. Так, стоп! Дуэйн, сколько раз тебе повторять? Не смей меня поправлять! Ну нельзя же нести такую чушь! Тебя засмеют! Ни хрена! Мое шоу за это и любят! Ладно, извини. Давай заново. Ладно, снимай. С вами Трэвис Охотник, и мы в Салеме. Как вы знаете, у этого города жуткая история, и именно поэтому здесь всегда высокая паранормальная активность. Что? Что это? Явно паранормальщина. Я тоже слышал. Тут какой-то дух. Призрак. Ау! Ты хочешь нам что-то сказать? Стоп! Теперь он там! Что за люди смотрят это шоу? Проблема в том, что ты несешь бред. В этом дубле нужно говорить пожестче. Надеюсь, лунный свет попал в кадр. Еще ничего не закончено. Произошло уже немало смертей, но, похоже, грядет еще больше. И их вряд ли можно предотвратить. Боюсь, кладбище будет переполнено. Какое тихое местечко. Ты тоже повелся? Когда они меня выпустят? Я всем этим козлам кишки выпущу! Так, а ты не пробовал просто взять и выйти? Что-то мне подсказывает, у тебя запросто это может получиться. Да ну? Это как? Дверь-то изнутри никак не откроешь, умник. Ты разберешься.
Как же тут холодно. Да, надо было надеть теплые куртки. Слушай, как думаешь, ведьмы в этом году победят? В каком смысле? Ага, ты про футбол говоришь. Да, я думаю, шансы велики. У вас, я смотрю, каждый день тренировки. Хорошо иногда ни о чем не думать, да? Да уж, неплохо. Да что ж за холодрыга-то такая, а? Слушай, у тебя теплая куртка? Ну так. Хорошо, что она хочет поболтать. Клёво, что её так интересует футбол. Как же мне себя вести, чтобы ему понравиться? О, да я же на него практически вешаюсь. Thank you.
Знаете, я уверен, что здесь водятся призраки ведьм. Не бойся, маленький. Я с тобой. Все, спокоен. Ночью все будет просто супер. Никаких уловок. Замечательная девушка. Мальчишки – существа примитивные. Да, он мне нравится. Стой! Не бойся меня, я хочу узнать, кто тебя убил. Да, да, я полицейский. Черт, понял. Ты не пытаешься убежать. Ты ведешь меня? Так и знал. Звонарь. Но почему он захотел убить тебя именно так? Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Все нормально. Я тебе не враг. Перестаньте! Что за чертовщина?
Договор? Не понимаю, какой еще договор? Нет. Сейчас тебя убьют. Ты еще ребенок, не надо на это смотреть. Тебе. Его знак, он что-то означает. Отстань от меня! Ну, вот и все. Нужно возвращаться к Джой. Сюда! Пациент опять бредит. Боюсь, сейчас будет припадок. Сделайте для него, что можете. У него органы отказывают. Уже недолго осталось. Я не могу говорить. Вы не видите? Ему больно.
все мы тут долго не протянем. Я всегда была, скажем так, клептоманкой. Нет, нельзя сказать, что я прям профессиональная воровка, просто мне было скучно. Краденое всегда казалось мне интереснее купленного. Мне нравилось смотреть на какую-нибудь вещицу, испытывать волнение, вызванное воспоминаниями, связанными с кражей. Ну да, и признаюсь, иногда я переживала, что меня поймают, но чаще кайфовала от адского прилива адреналина. Только последняя украденная вещь изменила и мое отношение к таким приключениям, и всю мою жизнь. Ту кражу я помню так, словно она была вчера, несмотря на то, что я уже много лет пытаюсь про нее забыть. Тот день был похож на сотню точно таких же, тихих и скучных. На этот случай у нас с друзьями было припасено своеобразное развлечение. Мы ходили пить пиво на кладбище. И тогда поступили точно так же. Мы пришли на наше излюбленное место, к старому полуразрушенному склепу. Но нас ждал полный облом. На этот раз склеп был заперт. Похоже, кто-то наконец проявил интерес к лежащему там мертвецу и решил, что мы не должны веселиться по соседству с усопшим. Ну ладно, мы разделились и пошли искать на кладбище новое пристанище. Это было нетрудно. Через несколько минут я нашла другой склеп. Одна его стена уже начала осыпаться, и мне удалось протиснуться внутрь. Там было так же, как и в остальных склепах, за исключением одного. В самом центре гробницы лежала какая-то пыльная рама, а в ней красовался венок из искусно заплетенной в косу веревки. Естественно, увидев такую старинную ценную вещь, я решила ее стащить. Я решила так. Подожду неделю и только потом продам. Это на тот случай, если вдруг кто-то заявит о пропаже. Я вернулась домой, положила свою сегодняшнюю добычу на верхнюю полку шкафа и, вполне довольная собой, легла спать. В ту ночь мне снилась мертвая, разлагающаяся ведьма. Несколько раз я просыпалась в холодном поту от ужаса. И сколько бы ни пыталась заснуть, каждый раз она возвращалась. В течение последующих дней кошмары стали хуже. Просыпаясь, я обнаруживала выдранные клоки волос и кровоточащую кожу на своей голове. Я все списала на стресс и плохое самочувствие, и на следующий день пошла в ломбард, чтобы продать эту вещь и навсегда о ней забыть. Мне просто стало дурно, когда продавец сообщил, что венок сплетен вовсе не из веревки, а из волос чьего-то возлюбленного. В конце 19 века была, оказывается, такая дурацкая традиция. Я хотела избавиться от кошмаров, поэтому, не торгуясь, скорее продала этот проклятый раритет.
К сожалению, это не помогло. Совсем не помогло. Теперь цель всей моей жизни — найти и вернуть этот венок туда, откуда я его забрала. Надеюсь, когда розыски увенчаются успехом, я наконец-то смогу выспаться. Потому что я очень устала. Я больше так не могу. Ронан! Я слышала крик! Ты в порядке? Ну, я все еще мертв. Ты ведь что-то нашел? Да, нашел. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел след там какой? Извини. Хорошо, ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп! Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред про казни и договор. Опять договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Да. «Люкс Этерна» — это психбольница. Какой сюрприз. Ладно, ты готов? Знаешь что? Ты пока иди вперед. Я немного задержусь. А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно, что уж. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Прости, Джулия. У меня плохие новости. Расслабься, брат, она в курсе.